Специалисты Красноярского центра стандартизации проверили качество школьной одежды сегодня. Эксперты оценили сорочки для мальчиков и блузки для девочек российского и зарубежного производства. В красноярских магазинах закупили 7 образцов стоимостью от 500 до 1300 рублей. В первую очередь специалисты изучили внешний вид изделий, качество строчек и ткани, уровень обработки и отделки. Эксперты обнаружили несколько дефектов. Это кривые швы, пятна, несимметрично расположенные складки и концы воротничков. А у одного из образцов и вовсе рукава оказались разной длины. Школьную форму также исследуют в лабораторных условиях. Специалисты проверят, насколько она безопасна для здоровья детей. Итоги объявят в начале августа. Мы сдадим в лабораторию, где будут проверены изделия по показателям безопасности. Это устойчивость окраски, это индекс токсичности, содержание свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость. Ну и, конечно, проверим состав. Тот, который заявлен на маркировке, соответствует ли он фактическому составу. Очень важным является состав, потому что он жестко регламентируется в зависимости от возраста ребенка. И тем более сорочка – это первый слой одежды, в общем-то, ну или второй слой. Первый обычно считается, она и называется сорочкой. А к нему достаточно жесткие требования по содержанию синтетических волокон. То есть там предпочтительнее всего хлопок.